Павиан считается самой большой обезьяной Старого Света. Африка и юго-западные просторы Аравийского побережья тоже заселены этим интересным и своеобразным животным. Они отличаются от всех остальных своих собратьев поразительной выносливостью, агрессивностью и способностью приспосабливаться. Этим животным трудно усидеть на одном месте. Вечное скитание павианы предпочитают оседлому образу жизни. Может быть, именно отсюда исходит причина их агрессивного поведения. Это самые грозные обезьяны. Жители Африки уверены, что павиан опаснее леопарда. Мнения вынесены из близких встреч с этими злобными, пронырливыми, дрочливыми и хитрыми обезьянами, постоянно фигурирующими в криминальных сводках. Жизнь павианов полна лишений и опасностей. Им постоянно приходится быть настороже, периодически голодать и испытывать мучительную жажду. Большую часть суток павианы бродят по земле, опираясь на четыре конечности и иногда влезая на деревья. Чтобы выжить, приматам приходится объединяться в большие стада, насчитывающие до 40 родственников.